Здесь у данной новости есть все, что как бы нужно для новости. То есть, с одной стороны, мы видим celebrity, то есть человека известного, уже раскрученного, да, Гаефа. С другой стороны, мы видим человека в нетрадиционной для него форме. То есть это не просто глава Сбербанка, который там что-то проинспектировал, тогда бы это новостью не было, а то, что он переоделся, то есть он совершил то, что он не совершал до этого ни разу в жизни, и мы его видим в необычном амплуа. А раз необычное, то это дается. Ну и, наконец, это касается Сбербанка, а мы все так или иначе к нему имеем отношение и являемся его клиентами, кто больше, кто меньше. И, соответственно, это захватывает там все больше и большее количество людей. То есть, по сути дела, это внутренняя инспекция Сбербанка, которая, стало достоянием базы. В принципе, в данном случае можно сказать, что пиар-служба Сбербанка сработала нормально. То есть нельзя сказать, что это чисто желтая новость. Она вполне смешная, она вполне нормально сделана.